Так, надо головой завозить, не ногами. Ой, тихо, зацепилась в карман. Ну, скручивайте сразу. А теперь вам предыстория. Захожу в Пятерочку в Пересвете по адресу Мира, дом 6. Лежит человек с признаком инсульта. Вокруг человека собрались работники магазина. Соответственно, не знают, что сделать с человеком. Позвонили в скорую на 112. Те соединили нас с Пересвет, с отделением. Там нам вывозят, блять, что скорая помощь приедет через 3 часа, так как всего лишь 2 машины находятся у них. Одна уехала в Истру, а другая в Краснозаводск на вызов. В Краснозаводск на вызов, блять, где есть своя больница, но нет скорых машин. В итоге совместными усилиями жителей неравнодушных сбегали за носилками, погрузили человека в газель и сами привезли в больницу. Если приезжал бы депутат на месте этого пожилого человека, я бы мимо прошел и плюнул бы еще. Спасибо за внимание.